Давай, начали. Потом буханка, баранка, пекарь и спекс, базаранка. Потом буханка, пекарь и спекс, базаранка. Это самое что-то. Потом буханка, сердце, потом буханка, баранка, спек и спекс. Потом буханку, баранку, пекарь, спек, спазаранку. Ну вот, отлично. Где твой мед? Все сожрали. Лукоморье, дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Днем и ночью кот ученый ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказ говорит. Там чудеса, там леший бродит, и русалка на ветвях сидит. Ёжи пошел гулять, лиса выпрыгнула, испугала его, у него был сердечный приступ, и он сдох. Это анекдот? Как твое утро прошло? Пикуль. Какое у тебя имя? Пикуль. А фамилия? Пикуль. А отчество? Пикуль. Просто, просто, мы маленькие, простые. Мы знаем движение, мы знаем день на движение. Это же не анекдот. Мужчина пошел на работу, женщина осталась в номере, мужчина пришел так быстро, она прыгнула в окно. Это анекдот такой? Ты сама придумала? Да. Ну что, класс? Я себя поджидаю.
Любимому фрукту слоган придумай. Как это? Ну, у тебя какой любимый фрукт? Арбуз. Арбуз – это самая гадкая в мире. А, та-дам! Арбуз – это самая вкусная. Ну, не то, что я ела апельсин, и все другое отравлено. Так что... Папа, пойди, апельгольд! Кай. Все, меня нету, я в домике.